Два дня работы художественной выставки показали, пассажиров белого парохода будет много. Проект с таким названием стартовал в Сочи и, по прогнозам организаторов, проживет не менее 5 лет. На протяжении этого времени будут появляться новые полотна на самые разные темы. Неизменным остается одно – попасть в стены художественного музея всегда непросто. «Белый пароход объединяет в себя художников преимущественно Южного федерального округа. Самобытность этой выставки в том, что здесь высокий профессиональный уровень. Был очень жесткий отбор для этой выставки, поэтому куда вы ни кинете свой взгляд, вы увидите настоящее искусство, подлинное креативное отношение к своему творчеству». Сегодня мы присутствуем на таком проекте, где бывшие ее студенты уже совершенно в другом статусе, в статусе художников, известных молодых художников, участвуют в этом проекте. Так что здесь художники Юга России, ее выпускники. И плюс она сама, своей прекрасной выставкой. Заинтересовала художников Юга России куратор выставки Светлана Демкина. Именно ее картин здесь больше всего. До Сочи они были представлены в Российской академии художеств. «Белый пароход – это пароход надежды, пароход счастья, улыбок, пароход любви и согласия. Ждущего белого парохода каждая личность, человек творческий, всегда думает, что пароход обязательно принесет огромное количество творческого счастья». О себе Демкина рассказывает весьма оптимистично. Ее интересует все, и она стремится работать в любом виде искусства. А, впрочем, об авторе расскажут яркие, выразительные, где-то даже манерные картины, которые будут находиться в Сочинском художественном музее до 19 сентября. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.